Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я к вам со вкусными рецептами, которые никак не отразятся на вашей талии. Приготовим нежнейший тыквенный крем-суп, воздушные булочки, богатые клетчаткой, вообще без муки, и ароматные овсяные панкейки с бананами. Начнем с супа. На канале уже есть один вариант тыквенного супа-пюре. В нем все составляющие варятся, а потом измельчаются. Но сегодня мы сделаем более вкусный вариант с запеченными овощами. Для этого блюда я обычно использую мускатную тыкву, хорошо ее мою и режу на небольшие кусочки. Можно почистить сразу, можно почистить после приготовления. Также помимо тыквы нам понадобятся овощи: лук, морковь и чеснок. Количество овощей берите по своему вкусу. Морковь режьте помельче, потому что она дольше запекается. Нарезанные овощи перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Бумагу берите с силиконизированным покрытием. Немножко солим и добавляем любые специи по вкусу. Сегодня я буду использовать специи индана. Это натуральные и качественные приправы с отличным составом и потрясающим ароматом. Линейка специй очень широкая, поэтому можно подобрать любимые специи для различных блюд. Сейчас я добавлю прованские травы, немножко молотого имбиря, смесь перцев и мой любимый кориандр, который я добавляю практически во все блюда. Сбрызгиваем овощи растительным маслом и отправляем запекаться. 180 градусов, примерно минут 40 до мягкости. Пусть овощи немножко подрумянятся, тогда суп получится вкуснее. Готовые мягкие овощи перекладываем в кастрюлю. Чеснок и тыкву предварительно очищаем. В тыквенный крем-суп я всегда добавляю щепотку корицы для дополнительного пряного аромата и немножко куркумы для дополнительной пользы и красивого цвета. Далее добавляем сливки или кокосовое молоко по желанию и пробиваем суп блендером до однородности. Консистенцию можно регулировать, добавляя бульон или кипяченую воду. Готовый суп обязательно нужно довести до кипения и соль отрегулируйте по своему вкусу. И вот такой яркий, ароматный, очень вкусный тыквенный крем-суп получается. При подаче можно его украсить семечками, сухариками, зеленью, можно добавить несколько обжаренных креветок, будет очень вкусно. И можно буквально за пару минут приготовить к этому супу вкуснейшие низкоуглеводные булочки вообще без муки. Они содержат клетчатку, поэтому невероятно полезные и никаким образом не навредят фигуре. Для их приготовления нам понадобится 2 яйца. Далее псиллиум. Не пугайтесь этого странного названия, это очень полезная для нашего организма клетчатка, которая изготавливается из оболочки семян подорожника. Приобрести псиллиум можно на Озоне, на Wildberries, и такой баночки вам хватит надолго. Псиллиум очень популярен при низкоуглеводных типах питания, на кето-диетах. 20 грамм псиллиума нам понадобится, 30 грамм воды, щепотка соли, и также добавляйте любые специи по вашему вкусу. Я добавляю сушеный чеснок, кориандр и немножко перца. Далее половину чайной ложки разрыхлителя, чтобы булочки получились пышными. И теперь все это нужно хорошо перемешать с помощью венчика. Псиллиум очень быстро впитывает в себя всю влагу и очень быстро густеет, буквально на глазах. Все, тесто для булочек готово за пару минут. Отставляем его на несколько минуток, чтобы псиллиум набух, и подготовим формы. Можно использовать вот такие бумажные формочки для капкейков, но лучше всего все-таки подходят силиконовые. От силиконовых булочки потом легче отходят. Посмотрите, как буквально за 5 минут хорошо загустело тесто, и можно переходить к выпечке. А я вам очень рекомендую почитать в интернете о пользе псиллиума и начните его добавлять в свою выпечку. Тесто перекладываем в формочки, чтобы его было примерно половина. Из данного количества получается 4 булочки вот в таких вот формочках для капкейков. Сверху по желанию булочки можно присыпать кунжутом и отправляем выпекаться. 180 градусов, минут 35 примерно до румяного цвета. И затем булочки нужно оставить в духовке до полного остывания, потому что в них нет клейковины, и чтобы они не опали после выпечки, они должны там постоять до остывания. И вот такая румяная красота получается в итоге. Булочки получаются хрустящие снаружи, очень нежные, воздушные внутри. Они похожи на настоящий хлеб, но тем не менее максимально полезные и отлично подойдут для правильного питания.
Я с такими булочками даже низкоуглеводные бургеры готовила, получилось очень вкусно. Ну и финальный рецепт – это десерт. Приготовим овсяные панкейки с бананами. Очень вкусные и ароматные. Нам понадобится одно яйцо, один банан, желательно брать переспелый, так получается вкуснее. Вес очищенного банана 115 грамм. Добавляем щепотку соли, сахар я не добавляю, мне достаточно сладости банана, но вы можете добавить ложку меда или немного подсластителя. Также я добавляю немножко корицы и щепотку имбиря для дополнительного аромата. Теперь все это нужно хорошо пробить с помощью погружного блендера до однородности. Далее всыпаем 70 грамм овсяной муки. В принципе, вы можете использовать и другие виды муки, просто доводить тесто до нужной консистенции. Половина чайной ложки разрыхлителя, 50 грамм молока обычного или растительного. И все это хорошенечко перемешиваем венчиком до однородности. В итоге должна получиться вот такая консистенция, похожая на жирный кефир. Далее добавляем 1 столовую ложку любого растительного масла, перемешиваем и даем тесту буквально минуток 5 постоять, чтобы мука слегка набухла. И теперь можно переходить к выпечке. Жарим панкейки на сухой сковороде без масла с двух сторон. Как только на поверхности появились крупные пузыри, это значит пора переворачивать. И со второй стороны тоже обжариваем до румяного цвета. Жарим на умеренном огне, чтобы панкейки успели пропечься и не подгорели. Для подачи я складываю панкейки в виде тортика и прослаиваю ореховой пастой, у меня это паста кешью, и кусочками бананов. Можно использовать свежие ягоды и сверху все это полить либо медом, либо каким-нибудь сиропом, потому что сами панкейки получаются умеренно сладкими. И невероятно вкусный и полезный десерт готов. Вот такими панкейки получаются в серединке, очень нежные и очень ароматные. Обязательно пробуйте, напишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше всего. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся!